Спонсор недельного гороскопа – компания «Бонда». Овен. Вы чересчур уповаете на свой разум, пытаетесь все вопросы и проблемы, вне зависимости от их характера и происхождения, решить при помощи банального логического мышления, найти причины, следствия и выработать интересующую вас стратегию. Отдать должное вам неплохо удается, просчитывать ходы, но на этой неделе судьба требует от вас совершенно иных действий. Холодный расчет может только усугубить отношения с окружающими, а то и вовсе вас запутать. Вам необходимо научиться отпускать события в самостоятельное плавание. Телец. Конец недели предвещает вам эмоциональное удовлетворение и счастье в семейной жизни, а также, возможно, и улучшение финансового положения. Но чтобы этого достичь, вам необходимо прежде всего разобраться в самом себе, в своих потаенных желаниях и страстях, научиться понимать, взаимодействовать и укрощать свой внутренний мир. В это время хорошо заниматься самопознанием, изучением тайных наук, психологии и философии. Свои эмоции необходимо держать под контролем, но не загонять их слишком далеко. Близнецы. Вам необходимо перестать летать в облаках и заботиться вопросами вполне приземленными, делами, связанными с недвижимостью и другими материальными ценностями. Вас ожидает также ряд юридических вопросов. Будьте внимательны ко всем заключаемым сделкам. На этой неделе все, что связано с оформлением документов на недвижимость и другие крупные материальные ценности, принесут вам успех, а также позволит открыть новые перспективы и начать осваивать иные формы деятельности. Но строить планы на будущее нужно после, а не до заключения контрактов и сделок. Рак. Финансовое положение достигает стабильности. Это то состояние, когда ваши расходы равны вашим доходам. Такое равновесие легко нарушить, если быть неумерным в потребностях. Но при мудром подходе в нем можно пребывать долго и жить в радости. Вторая половина недели особенно благоприятна для вас, особенно во всех вопросах, касающихся эмоциональной сферы. Нельзя назвать это приступами беспричинной радости. Ваши эмоции, напротив, придут в стабильное русло, которое будет иметь под собой значительное основание. Лев. Вас ожидают метания, вам будет весьма трудно принять правильное решение, так как вы будете полны эмоций и страстей и легко можете стать жертвой заблуждений. Кажущийся перед вами широкий выбор – ничто иное, как иллюзия, плод вашего воображения и результат неполного понимания ситуации или нежелания воспринимать реальность адекватно. В делах вам лучше позволить себе отдых. Вы и так уже многого добились. Довольствуйтесь тем, что есть. Подходящее время для активной и стремительной деятельности – это конец недели. Дева. Эта неделя важна для вас и вашей дальнейшей жизни, хотя с первого взгляда это может быть и незаметно. Вам предстоит сделать серьезный выбор, причем выбирая одно, необходимо будет отказаться от другого, что сделать не так просто. Это утверждение справедливо как для дел в работе, так и для разрешения любовного треугольника. Для правильного выбора необходимо обратиться к своему подсознанию и чувствам. Вы способны интуитивно понять все происходящее, и советы других людей вам не нужны. Правильный выбор принесет вам гармонию и благополучие. Весы. Сегодня удача может улыбнуться вам в финансовых делах. С уверенностью заключайте сделки и начинайте новые компании. Это время благоприятно именно для внесения новшеств в вашу материальную жизнь. Не стоит ждать от событий моментального успеха, ведь на все требуется время. В эмоциональной сфере чаши весов напротив идут вниз. Таков закон равновесия. Вы можете почувствовать себя одиноким и брошенным, хотя правильнее будет сказать, что вы сами отдалились от людей. Но из этого состояния можно получить пользу для себя. Скорпион.
очередная волна тираний захлестнет вас, вы почувствуете власть в своих руках и начнете всецело использовать ее. Свое выражение она найдет в новых начинаниях, в активных действиях, направленных на улучшение вашего будущего, своего личного развития. Единственное, что может повредить вам, так это некоторая неопределенность, отсутствие четкого понимания, по какому именно пути необходимо двигаться, в какую сторону прилагать свои усилия. Не распыляйтесь, постарайтесь сконцентрироваться на чем-то одном, и тогда вас ждет успех. Стрелец. Все в ваших руках. Хотя вы и сами это знаете, эта фраза давно стала девизом вашей жизни. Эта неделя – лишь очередное подтверждение тому. В первой половине недели вы можете стать жертвой обмана, если будете невнимательны, а если будете чересчур бдительны, то сможете и сами провернуть не совсем честное, но выгодное для вас дело. Но что бы ни произошло в этот момент, конец недели в любом случае для вас благоприятен. Вас ожидает домашний уют и стабилизация во всех сферах, особенно в делах, связанных с работой. Козерог. В вашей жизни грядут перемены. Вам пора взбодриться, очнуться для новой жизни, так как нельзя настолько долго засиживаться на одном месте, будь очень хорошим оно или плохим. Течение жизни заставляет все измениться и меняет нас самих, потому что мы находимся в состоянии движения. Такой период наступает для вас на этой неделе, но, конечно, таким коротким промежутком времени он не закончится. Вам предстоит встрепенуться и поставить перед собой задачу, достигнув которую вы приобретете покой и благополучие. А после того, как цель намечена, начните активный процесс ее достижения. Водолей. События, которые будоражили вашу душу, остались в прошлом. Для вас наступает период спокойного созерцания, когда ваши эмоции находятся в равновесном состоянии. Нет радости и горя, нет и потребности в том, чтобы что-то менять. Период спокойствия хорош для размышлений, а также способствует более качественному решению рабочих вопросов. В делах вам предстоит объединиться для того, чтобы активнее и увереннее двигаться вперед. Перед вами открываются новые горизонты, новые возможности. Новое начинание потребует от вас дополнительных сил. Рыбы. Вы пребываете в спокойствии. Нет ничего, что бы могло вывести вас из равновесия на этой неделе. Сейчас наступает тот период, в который вы можете поменять свою эмоциональность на равномерное течение жизни, на полное равновесие и стабильность. А когда достигнете этого состояния для себя, то сможете помочь советам другим людям. Покой и благополучие очень важны для вас, хотя и их тоже должно быть в меру. Воспользуйтесь этим моментом для отдыха и восстановления сил. Не надо отвлекаться на незаслуживающие внимания мелочи. Компания Бонда – ваш спутник в мире компьютерной техники.